Удивительная история произошла с казахстанкой в аэропорту Куала-Лумпура. Ожидая свой стыковочный рейс, девушка по имени Жасмин решила совершить покупки в дьюти-фри. Консультант на кассе, увидев голубой паспорт астанчанки, неожиданно начал петь гимн Казахстана. Как вы видите, этот момент Жасмин запечатлела. Видео моментально разлетело в социальных сетях, где комментаторы предположили, это эффект Димаша Худайбергена. Напомню, видео в его исполнении гимна Казахстана, который снял наш телеканал Жибек Жолы и показал в новогоднюю ночь, сразу после поздравления президента страны, стало одним из самых популярных в мире и набрало миллионные просмотры. Кстати, 24 мая на стадионе Бешикташ в Стамбуле пройдет сольный концерт Димаша Худайбергена в рамках гастрольного тура «Stranger».